все в порядке. Чего? Ты вообще кто? И где я? И как я вообще тут оказался? Блин, опять амнезия. Пошли, поговорить надо. Ты говоришь, меня не было дома около года. И сильно за это время распространилась эта хрень? Порядочно. Военные должны были все уничтожить.
год столько раз терял память, что я тебе устала уже объяснять. И это вторая волна. Вторая волна? Не понимаю, с чего же? Тебе виднее. Я бы, может, все объяснил, но пойми меня. После того, как я вколол себе противоядие, в моей голове творится какая-то хрень. Переживешь. Слышал, в твоих краях живет истребитель-зомби, Виталик. Мне нужно найти его. Вдруг он знает, где мой брат. Но это же очень опасно. Но он мой брат. Я должен попытаться. Спасибо за все, но мне пора покинуть этот чудный город. Кстати, где я? Елец. Елец? Знакомое слово. А как же остальные? Ты даже не попрощаешься с ними? Да брось, остальные. Да я даже никого не вспомнил до сих пор. Включая тебя. А брата вспомнил? Ну, так, поверхностно. Кстати, я, может быть, уже спрашивал. А как тебя зовут? Ты постоянно об этом спрашиваешь. Аня! Очень приятно. А я... Блин. Денис. Ну, точно. Забыл просто, как правильно ударение ставить. В общем, извини, но мне действительно пора. Вот, возьми. Что это? Фенечку. Просто на память. Ну, спасибо. Пока. Пока. Что, он снова ничего не помнит? Да. А вдруг он не вернется? Вспомнит, вернется.
Вот долбанный андроид. Разрядился. Ни дня, блин, без зарядки. Надо искать, где его зарядить. Знакомые бочки. Где-то я их уже видел.
Ну и где ты, владыка хрен? Я же знаю, что это то место. Не понимаю только, к чему ты мне его дал? Чтобы ты выжил. Что? Я знал об апокалипсисе. Ты должен был выжить. Твой брат теперь владеет самым мощным оружием. Что? У него мое кольцо всевластия. Он сумел победить меня, оставив без руки. Не понимаю. Он-то как узнал, где тебя искать? Ведь только два человека знали об этом месте. Черт, Александр, ты знаешь, где мой брат? Нет. И давно мой брат был здесь? Давно. Как снять кольцо? Какое кольцо? Вот это. Вот как. Спасибо. Существует два типа колец. Одни прячут тебя от внешнего мира, а другие наоборот. Пришло время тебе сменить кольцо. Я и без него справлюсь. Прощай. Попался. Карась. О, бля. Сосиска жареная. Ой, ты какая уже жареная. Как вкусно пахнет. Ой, картошечка. И моя. Что-то горело все равно. Еды, а, блин. Фу, блядь, дыма надышал. Какая прям вкусняшечка. Не позавидуешь.
И это весь мой улов. Отлично. Сейчас мы тебя зарядим. Вот это по мне.
Окей, иду на помощь. Ну все. Спасибо. Черт, опоздал.
Так, надо бы проверить. Какого черта? Ладно, на шею повешу. Где ты? Я, конечно, тоже рад тебя видеть, но не до такой же степени. Ты что, заболел? Вроде нет. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Точно заболел. Я целый год думал, что ты умер. Тебя уже укусили. Как ты выжил? Слишком много вопросов. Я ничего не помню. Ты Виталик, истребитель зомби? Ну, так-то да. А Виталик — это мой псевдоним. Ну, ты же помнишь, как меня зовут? Как бы нет. Я тебя вообще впервые вижу. Ну класс! Я Вадим, твой брат. Вадим? О, черт! Дурацкая амнезия. В общем, когда меня укусили, я спустился в пещеру. Там вколол себе какое-то лекарство, вроде противоядия. Потом, например, взрыв. Когда очнулся, вылез, то были одни развалины. Это все фигня. Главное, что ты жив. А память мы наладим. Сними эти побрякушки. Они тебе не нужны больше. Твое задание, кажется, провальное. Да фиг с ним. Новое найду. Откуда появилась вторая волна заражения? Последняя бочка, видимо, сгнила. И из нее вытек триоксин. Триоксин попал в воду, которую употребляли люди. Так зараза и распространилась. А откуда ты так много знаешь? И что вообще такое триоксин? Долгая история. Потом расскажу.
А ты сам-то на болото ходил? Ходил. Как заметил, что соседи вдруг заболели, я отправился на болото. Темно. Там я увидел его. Кого? Мертвеца из контейнера. Он был ужасен. Нам надо вещи из двух сумок в одну переложить. Ну что, готов помочь людям? Конечно. Ну что, пойдем? Пошли.